известно, что в Швеции родился и вырос знаменитый хоккеист и гольфист Тумба Юханссон. Также Стокгольм известен своим музеем секса. Не забывайте про то, что Швеция – это родина антилоп. Но не только. Дорогие мои, совсем недавно антилоп за свои музыкальные заслуги удостоился всемирно известной награды под названием «Грэмми». Вы сами делаете ту музыку, которую играете сегодня. Что-то наше собственное, что-то от наших шведских друзей с нашего нового лейбла, который мы только что организовали, что-то из Англии, всякая разная музыка. Думаете ли вы, что диджеинг — это искусство? Ну ни хрена себе, чувак, вопросы задаешь. Да диджеинг — это больше, чем искусство. Полная аналогия с любым музыкальным инструментом. С вертушками иногда даже труднее работать, чем с фортепианой какой-нибудь или скрипкой. У нас в Швеции есть чуваки, которые по 30 лет этим дерьмом занимаются и до сих пор учатся, как будто бесконечная музыкальная школа. Братья по разуму Воронов и Мельников возвращаются. Эта программа «Приземлились». Хочется что-то серьезное спросить у ребят. Предлагаю поговорить о любви. Верите ли вы в любовь, наши дорогие шведские друзья? Верим, конечно. Хотя в последнее время появились сомнения. Я вот недавно расстался с девчонкой своей. Сердце мое разбито. Поэтому даже не знаю, есть любовь, нет ли любви, что делать, ума не приложу. А я верю в любовь. Мне кажется, что любовь – это как горючее для автомобиля. Во. Вы когда-нибудь читали Достоевского, Толстого? Братан, мы книжек не читаем, мы музыкой интересуемся. Ну, давайте теперь о жизни поговорим. Чего? Чего смешного? Да, мы в России любим говорить о серьезных вещах. Так что следующий вопрос серьезный. Согласны ли вы с утверждением, что водка, она не только вкусная, но и полезная? Конечно, конечно. 3 дня уже дегустируем ваш российский национальный напиток. Знаете, в Швеции есть такая всемирно известная водка, Абсолют называется. Так что я вам скажу, с рудкой не сравнится. Подметки не годится. Есть рюмочки под рукой? Отдегустируем? Нет? Ну не надо, после купления. Мега Джинс представляет легендарные джинсовые коллекции Лили Купер. Оригинальный Лили Купер только в магазинах Мега Джинс. Мега Джинс. Если хочется настоящего.